общественный уклад, да, это как бы такая, такая некая программа при определенных данных, если которые, как говорится, все там расставит на свои места, она позволяет, значит, учитывая интересы всех участников данной конструкции, от владельцев до, собственно, тела самой вот этой, этого сообщества, это народа, территории, численности населения, там, традиции, со всеми делами. Короче, все вот, короче, натянуть на это все некое такое, некие правила, свод правил, да, вот эту некую программу, по которой, учитывая интересы всех, будет все происходить, давать прибыль, давать рост и развитие. И вот как бы это, как бы главная задача вот этого всего, как бы мироздания, да. То есть вот это как бы надо все сложить. И все постоянно как бы экспериментируют, эти вопросы с ответами пытаются сложить два с одним. Вот. И постоянно, ну, как бы идеального еще общества никто не сложил. Там кто-то коммунизм строит, кто-то в капитализме там себя прекрасно чувствует. Поэтому вот вся эта фигня, короче, происходит такая вот сегодня, да? Все ищем какой-то ответ вот этого, типа, блин, как же дальше существовать, как вообще этот мир, как же будет с нами, без нас, с русскими, без русских. Это идея народная, национальная, всеядная, травоядная. Ну, в общем, короче, что-то мы тут должны сейчас обнаружить, чтобы понял. Тимоха. Вот такая история.